Вы решили приобрести перчатки для боев без правил и не знаете, какой же все-таки вам размер нужен. То ли S-ка, то ли M-ка, то ли L-ка, то ли XL-ка. В моей правой руке размер S-M. В левой L-XL. Это в этой перчатке такой размерный ряд. Я 1,90 м, вес 95 кг. У меня небольшая рука, можно сказать, как и у всех мужчин, среднестатистическая. Я сейчас померю размерный ряд SM. Размер SM сидит вообще идеально. Просто сказка. Никакого дискомфорта, нигде не давит, все отлично, никаких зазоров, сжимаю ручку, все безумно идеально, просто высшая тема. А значит, что на мой возраст, вес и рост размер M-ка нужна. Теперь мы померим размер L-XL. Размер L-XL. Практически то же самое, но есть небольшая разница. Здесь уже есть у нас кое-какой такой свободненький зазор раз, и с этой стороны зазорчик два. Придачу здесь у меня пальчики более свободнее ходят. С одной стороны это хорошо, а с другой стороны, ну, лучше, честно говоря, размер M-очка более плотненько и конкретно сидит. Делаем выводы. Для человека, у которого среднестатистическая рука, небольшая в обхвате, нужен размер M-очка. Если у вас огромная рука, то вам нужен размер L-XL. Имейте в виду. Так что всем хорошего тренировочного процесса и здоровья!